Краткий гайд перед ограблением. Как надо правильно, сука, разгонять толпу. Вот так вот. Добрый день, дорогие подписчики IGM. С вами Лестер. Мы продолжаем проходить ограбление в GTA 5. И сегодня у нас на очереди уже четвертое ограбление. Мы, к сожалению, не покажем вам вступительный ролик по техническим причинам. Но суть вступительного ролика заключается в том, что приходит Тревор и говорит, типа, ребятки, мне нужен кокс. Идите везде его швыняйте, грабьте и так далее. Сейчас наша задача... поехать на катер, который находится... сейчас я покажу вам, где находится на карте. То есть вот, вот тут вот на берегу моря. И поехать к яхте. И на яхте каких-то чуваков, у которых есть кокс, размудохать. И наша группировка 4 человек делится на 2 команды. Я вместе с... так, выруливаю львом. Буду захватывать яхту, катясь на катере к ней. А медведь с Данилкой поедут, в общем, полетят на вертолете и попытаются вырубить их сверху, прикрывать. А потом нас забрать. Сейчас, секунду, друзья, я на секунду остановлюсь, пока езжайте. Я кое-что прочекаю. Да? Все? Хорошо. Все, газую, сейчас скоро буду. 2 километра осталось прогнать. Так. Все, не обращайте внимания, друзья, что я так много врезаюсь, просто... я не знаю почему, я просто не стараюсь сейчас, пока еду, потому что я уже еду по этой дороге не первый раз. Сейчас, что подождите, выгазовываю, я сейчас чуть этот, по-моему, форт какой-то такой гоночный не сбил. Да я-то за штурвал сяду. Ну ладно, ты садишь за штурвал, будешь, короче, летать, я прикрывать. Вы уже доехали? Да, давай. Кто как? Куда садится? Садись за штурвал, я буду прикрывать. Сейчас, Данил, я... садись, разбирайся. Я сейчас почти уже подъехал, он за катер. Лев, он, вижу, тоже почти подогнал. Да, я уже... Там это река ближе, дальше. Просто где народ, чтобы я смог их расстреливать. Да, кстати, вы тоже сверху-то прикрывайте, а то там вообще жопа будет полная. Сейчас, друзья, вы смотрите, мы... Я покажу вам супер-яхту. Супер-яхту. И... Это, кстати, мне кажется, яхта Абрамович, если честно. Не забудьте маски одеть, потому что она такая большая, что уже жестко как-то. Ну-ка, давай-ка. Че, можешь пока... Ты ниже это спускайся. Поехали. Пока ладно, ладно, я подожду, подожду льва. Давай, плыви. Еще ниже. Я просто хотел, ребят, пошутить, тут, смотрите, выкинуть его и поехать без него, но думаю, блин, нет, больно тяжко будет на яхте. Еще смотри, Лев, сейчас так сделаем, я пойду поверху, ты иди понизу, окей? Окей. Потому что там сейчас у яхты несколько ярусов, и если вместе бегать больно долго, а врагов не так уж и много, то есть можно и поодиночке защищать, не проблема. Ну ты развернись, чтобы я видел их, что ты так стал-то? Пока постреливайте по ним, вы стреляете уже по ним, да? Ну, начинать? Ну, сейчас, подожди, подъедем. Да-да, все, начинаем, уже подъехали. Сейчас как раз издалека мы... Тоже, Лев, сразу не прыгай, сейчас вот затормози, постреляй, пока кого ну, видишь. Отлетай. Ты не стой на месте. Все, я так полагаю, можно уже нырять. Сука! Все. Да, бодибилдер. Сейчас я всплыву. С ножичком. Так, на нижнем ярусе я вас не прикрою, верхний я уже снял. Все, хорош, давай. Тогда... Ну ты как летаешь? Ты летаешь, чтобы я мог их расстреливать. Ты, блин, это... Передом встаешь. Да блин! Аккуратненько, давай. Я, по-моему, тут всех снял уже. У меня сейчас залупа была, я залезть не мог. Нет, ладно, давай я, короче, по низу пойду, потому что там внизу еще и враги более-менее, наверное, остались. Потому что вон, вон он, стой. Развернись, чтобы я его видел. Медведь уже всех поснимал сверху, а я сейчас, чтобы хотя перестрелки людям показать. Так. Сейчас я аккуратно. Так, вверх взлетай, и мне броник надо одеть. Вы, ребят, кокс подбираете, да, самое главное? С вертолета? Кокс? Не, я это, наверное, больше к Данилке относилось. И ко льву. Я забыл, кто из них со мной здесь. Ладно, шучу, Лев. Я, ну ты летай как-нибудь, чтобы меня не могли убить. Ё-моё, ну ты на месте, чё стоишь-то? Что у тебя происходит там? Я с вами на палубе.
Ну, тоже неплохо. Иди поверху. Снизу вы уже забрали? Я сейчас разбираюсь снизу. Да, я людям хоть перестрелки попоказываю. Что случилось? Зибюздер с дробовиком выскочил. Ребят, ну, блин, давай, вторую попытку. Должно было все быть четко. По сути, кстати, вот если честно, одна вот эта жизнь, она отдается как раз-таки под людей на яхте. То есть, люди на вертолете, ребят, вы, блядь, лучше, может, вообще не подлетайте тогда. Просто тупо переждите где-то, пока мы яхту сейчас захватим, а потом подлетайте нас забрать. Слышишь, еще говорю? Да-да-да. Потому что реально лучше, блин, так. Мы сейчас уж сами как-нибудь тогда вдвоем разберемся. Вы потом просто подлетите, потому что, ну, блин, так. Что-то вообще, какой-то анус. И так уж доля потенциально 15 всего лишь тысяч. Нет, нихера. Лучше, блин, или летайте прям издали. Медведь, это просто постреливай снайперки своей. То есть, чтобы до вас пуль не доставали. Давай, садись же дрон. Все, погнали. Сейчас все четко должно быть. Короче, смотри, Лев, сразу не выпрыгивай. Подъедем поближе, ты просто, короче, постреляем по ним издали, потому что все равно их видно на карте. Я даже тогда со снайперки двоих снял. Ну, когда еще не записывали. Вернее, когда записывали. Неважно. Да, ты лети к ним, но ты летай так, чтобы... Я сижу у тебя с правой стороны, вот я стреляю, Лев, с правой стороны. Сейчас, короче, стой. Погоди, я сейчас снайперку достану, как, кого смогу, постреляю. У тебя есть снайперская винтовка? Да-да-да-да. Сейчас, подожди. Так, ех. Сука. Пониже чуть-чуть, я сейчас сниму всех, кто на палубе. Вон они, верблюдки. Блин, у меня почему-то снайперка перестала убивать с первого попадания. Раньше убивала. Хорош. Может, покружим пока до ними? Пониже спустись, чтобы ребят, я, ребят, ваша помощь сверху. Так-то нужна, потому что у нас жизни не бездонные. А мы как на ладони сейчас на яхте. Да блин, это вертолет вообще. Нормальный вертолет. Так, все, Лев, пора выдвигаться, потому что меня лично сейчас так уже убьют скоро. И меня. Все, поплыли. Всплывай, подплывай к яхте и... Ребят, только, пожалуйста, без смертей. Предыдущее ограбление вообще четко сделали, всех завалили, кого надо. Так, Лев, ты понизу, да? Да-да-да. Давай, я поверху тогда. Пожалуйста, ребят, аккуратнее, Лев, собирай хилки, если видишь, то есть это... Чтобы без проблем было. Отлетай, отлетай, меня бьют. Ну, ты можешь как-то побыстрее, ну, летать. Ты стоишь на одном месте и крутишься. Так. Ребят, медведь, это, короче, жизнь сейчас, которая одна у команды, она не для вас, учти, я поэтому... Я понял, мы бы наверху бы там сами справились. Поэтому просто лучше тогда вообще не подлетайте, если какая-то такая опасность есть. Потому что нехер, правда. Так, я вот... Сука! Вон, видишь вертолет? Наша задача с вертолета снять. Летай так, чтобы я мог снимать. Так, я сейчас слышу... Что случилось? А, кокс, я уж испугался, я думал... Подобрал. Сейчас так, это, я думал, кто-то сдох, или... Вот этот звук такой характер, когда либо миссия прерывается, еще что-то, а они, оказывается, ее тоже засунуть, чтобы... Ну когда ты не кокс... прямо к нему, ты боком можешь к нему встать, кокс, чтобы я расстреливал. Так, ребятки, давайте там на вертолете с Саном. Так, я какую-то педику привезу. Какие-то одни педики какие-то бегают. И попадаешь? Полуохранники, полу какие-то пляжные мудаки. Я не достаю вообще. Смотри, не... там один вертолет уже к яхте подлетел. Ты следи. Годите. Тут где-то мразь была, и у меня автоприцел сработал. Где ты, сука? Странно. Ё-моё, что за говно? Покончил с собой. Я не понимаю, что произошло. Серьезно, я просто взорвался. Меня убивают. Улетайте теперь. Чуваки, я не знаю, что... Я просто взорвался, сука. Я вот не понял. Вы не стреляли случайно ракетой, ничем? Не-не-не. Я не понимаю, что тогда случилось. Просто взорвался ни с того, ни с сего. Че за анус произошел? Вообще хер его знает. Ну теперь, сука, надо быть аккуратней.
Так, баба какая-то сидит, хер с ней. Просто сейчас... Все, один вертолет я снял. Остальная давайте, сторона, ребят, старайтесь аккуратнее, просто ниже, бить. Сама судьба, чтобы жизнь просрать, чтобы тяжелее было. Одну. Я не понимаю, что происходит. Так. Давай потом, слышишь, давай потом поменяемся местами, когда спасатель будем еще посчитать. Ты что, летать, блин? Сука, вы не местами меняйтесь, вы... Вы делаете как надо все. Данил, ты снизу все собрал? О, Лев. Что ты делаешь? Ну как я вот не стрелять буду, если он с левой стороны у меня? Ты, неважно, не стреляй, ты не сдохни просто. Понимаешь, твоя задача это не умереть. Да не то, что умереть, не умереть. Мы летаем, вертолет за нами, и он нас палит. Тем не менее, сука, пожалуйста, не умрите. Взлетай, взлетай, взлетай. Ну, ну не меня же, чтобы под пули подставлять. У меня сейчас один выстрел, умру, улетай. Так. Подбирай, Данил. Все, я взял кокс. Снизу остался или наверху? Наверху. Там вертолет еще надо сбить. Да... Сбивайте. Ну, развернись. Их много, их там... Делайте, что хотите, но постарайтесь. Тоже хватит, блин. Столько мороки, блин, из-за того, что тупо... Вот, ребят. Столько проблем из-за наркоты. Не употребляйте ни за что. Ё-моё! Это точно. Вот я понял, как сдох. Лев, ты стрелял? Лев. Да, сейчас, да, сейчас, да. Сейчас я, и у меня жизни почти не осталось. Ну, я стреляю по вертушке, ну зачем ты разворачиваешься? Понимаешь, что вот таким макаром и я сначала тоже, получается, сдох, потому что ты просто где-то у себя на низах пальнул и просто, блядь, волной меня типа сбило. Первый раз не я. Ты. Не отнекивайся теперь. Просто я тебе говорю, не стреляйте ни базуками, ничем. Не, мы базуками не стреляем. Да Лев сейчас пальнул, вот еще бы чуть-чуть, я бы сдох, потому что меня просто волной херануло. Все, ладно, пробуйте сесть, короче, в эти в мотоциклы водные и на них улетайте. Потому что у нас тут три вертолета, блин. Все, уходи от полиции. Понял, Лев? Да, садись ко мне, я тебя довезу. Нахер вообще вертолет тут нужен был? Садись, как я, да я тебе, короче, довезу, я знаю, как только сюда уезжать. От копов. Сейчас, подожди. Я не понимаю, там нахера вообще вертолет нужен был? Где мы должны вот забрать на вертолете? Забрал? Нет. Садись. Подожди. Сейчас я сейчас задохнусь тут до полной кучи под водой. Подожди. Все, поехали. Все, по нам постреливают. Так, Лев, не подведи. Так, что, куда сейчас летим? Ну вон вниз лети, куда тебе показывает точка. А там это под мостом. Ну, где-нибудь сядь тогда, где тебе удобно, чтобы мы тогда спокойно зашли. Так, смотри, главное, за нами не едут. Мы сейчас скоро от ментов скроемся. Мы уже скрылись. Мы уже пошли на... Там это, чистый стадион не видишь, что у меня что-то дальность прорисовки показывает. Не знаю, где стадион, сядь, где тебе удобно. А мы все. Так, сейчас мы так, короче, сейчас пересидим здесь. В уголочке. Мы вообще в каком-то говне полуканализации. Короче, потом надо будет выезжать отсюда на машине. Да, на машине потом доедете. Да и вообще не проблем, главное смыться от ментов. Вон, по ступенькам потом подняться и на дорогу выйти. Тачку уж угнать, блин, все. Все, мы сели. Давай, вылезаем. Попробуем, может, если мы первые придем на место, может, зачтется. Может, не может. Сейчас, подожди. Все, побежали, сука. Наконец-то. Что, так, скрылись? Да. Это, Лев, оружие все это убери из рук, потому что сейчас мало чего пальнешь куда-нибудь из жопы. Садись вон в точилку, да я вон в эту сяду. Все, погнали, спокойно. Нам 2.5 километра ехать. Вы что, улетели там нормально? Мы на месте уже почти. Хорошо. Так, сейчас я, короче, по срезу так поеду. Фу,
Фух, ребят, хоть бы получилось сейчас, хоть нормально бы доехать. Все, нас ваш, на, нам надо вас ждать, короче. Все, два километра. Сейчас, мне главное сейчас стрелять не начать, сейчас что угодно может случиться. Вот сейчас просто вроде еду спокойно, сейчас что-нибудь случится, я просто как начну палить по всем. Просто что-нибудь, мало ли что произойдет, армянская разборка какая-нибудь начнется рядом здесь. Сейчас, километр 400. Лев, ты где? Лев вообще умер. Да там осталось 700 метров. А, все, ты подо мной едешь тут. Тут, короче, на мосту сейчас будете ехать, с, короче, в самом низу. Склады. Да я знаю, я уже один. Спасибо розерному мини-купер. Ну да, да всегда, пожалуйста, обращайся. А знаете как, если я сейчас, чтобы сократить, спрыгну. А, и на кого-нибудь на нас упадешь. И сдохну. Вот сейчас я лучше отбегу. Нафига ты. Да, лучше, ребят, отойди сейчас. Не, вот, не, главное, не врезаться ни в кого, ничего. Просто. Иначе жопа просто полная будет. Все. Все, сука. Все, ну отлично. Все получилось. Такой чемодан. О, он разговаривать умеет, оказывается. Просто в вступительном ролике он все время молчит, друзья. Unless it's Trevor who's interrogating, in which case I was very much here. Чё, какой тупой. Психопат. Он может тоже сам под коксом уже. Надрюленный. Ну слушай, сейчас нам по 15 кусков, я так полагаю, сыпят. Наконец-то. Да, получилось, спроси. Отлично, давай сейчас следующую подготовишку. Все, зашибись. Сейчас я приду. Куда ты придешь? Запись не выключишь. Куда ты побежал? Сука! Вернись! Кто ушел? Лев, Данила? Данила, Данила. Я ем. Данила, вагина прогнила. Я... Что происходит? Какой-то бардак, знаешь, как вот так, прикинь, вот реально люди сидят, смотрят, проходим ограбление, там все сделаем, оказывается, один сидит в это время жрет, другой вообще просто ушел куда-то. Не бей меня, не надо. Просто жесть, ребят, ладно, пока подгружаемся, я правда поставлю на паузу, все можете там разбежаться, поссать, пожрать, куда хочет кто. Ну, и, собственно, смотрите как, мы все тут накарифанились, навеселились. Вот, смотрите, кто-то кого-то поубивал. Давай быстрее приглас на следующую миссию кидай. Раздрался он тут еще. Да хватит тупо дурак, что ли? И зарезали. Делать вам нечего, суки. Давай кидай быстрее приглас, а то он... Все, иду. Ой, это зря. У льва что-то рука просто сорвалась, я смотрю. Лев, ты еще не покушал, что ли, до конца еще? Я там стил. Кому? За... Ему за вас. А, ладно, хорошо. Так, медведь, давай жду. Все, сейчас буду кидать уже приглашение. А то я сейчас в зоне в красном круге хожу, а то сейчас авось найду кого-нибудь, стрелять начну. Он уже вижу. Ой-ой-ой, я ухожу, нет. Мне он тут... Ё-моё, чувак, кидай быстрее приглас, перестрелка начинается, меня сейчас... Сныкай сейчас. Чувак, у меня бандитская разборка началась, сука. Ты понимаешь, что это значит? Ты сейчас можешь мне приглас кинуть? Кидай быстрей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек их там. Все, всем кинул, давай по-бырому заходите. А вот хер не приходит. Не пришло. Есть приглашение.
Нет дел. Сука, пока разборку, короче, в срочном порядке надо пройти. Давай, проходи. Ну ничего, не сы, там 20 врагов, я уже троих положил. Сейчас, секунду. Знаешь, как это между делом так, а между ограблениями чисто так пацан на расслабоне решил 20 человек положить. Сейчас, 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 я, сука, так просто не дамся. Чуваки, они ко мне за спину хотят зайти. Я не позволю. Так. Братан, у меня жизни мало осталось. А разборку закончить надо. Давай, давай, быстрее. А, все, завалил, братан. А, сука. Ну меня просто прям за уголочком зажали. Сейчас, не ссыте. Все, чуть-чуть осталось прям их. Ё-моё, да как же не попадать-то по мне, суки. Сейчас. Так. Все, осталось 9. 7. 6 5 4 3. Ну слушай, я прям разошелся. Сейчас, ну-ка, сука. 2, все, 2 чувака осталось. Ну теперь вообще даже покуривая можно их валить. Вот, сука, один остался. Сейчас я с его корешей денежки завалю себе в кармашек. Что-то какой-то нерешительный. А, сука. А? Все, с 2 патронов уволил. Все, пройдено. Бандитская разборка завершена. Мне денег, походу, не дадут нисколько, да? Опыт дадут. Опыт? Mm-hmm. Да, 500 опыта как много. Отлично, давай быстрее кидай там свое дело. Я тебе кинул уже. Все, вижу, вижу. Поприходило, блин, сразу. Блин, я какой чуть Егору Першину не зашел в дело. Егор, Егор, счастье твое было так близко. Но ничего, переживем. У нас так, задание, знаешь, как называется? Как? Мусоровоз. Мусоровоз? Ребята, это задание будет по харду, так что... Ну давай, сейчас все слаженно так сработаем, прям по-четкому, как... Вам прислали приглашение, покиньте это... Нет, не хочу я в игру сесть. Подожди, сейчас весь боезапас закуплю. Все, я готов. Гоу. Все, успел даже бронежилет купить. И все. Отлично. Раздобудьте мусоровоз и прокатитесь по точкам... А, прокатитесь по точкам вагосов, собирая мусорные мешки с колесами. Разберитесь с теми, кто пытается вам помешать, затем доставьте товар Рону. А вот это, слушайте, веселенькое обещает быть темой. Сами подумайте, нихера себе катаешься там мусоров... Так, сборщики. Что за костюмы? Я вам простым этим собирателем буду. А я мусорщиком. Все, готов. Все, готово. Знаешь, такой 4 мусорщика, кто на Бугатти, кто на еще какой-то тачке такие. А что ты хочешь, иногда, знаешь, какие ценные выкинутые вещи на помойке попадаются. Господи, что у льва с глазами? Смотрите на мой джип. Смайлик. Я тебе отвечаю, мне просто смайлик. Боже мой, какой говёный джип. Бронзовый какой-то. Вот как раз его-то надо выкинуть. Подожди, сколько он стоит? 650 тысяч. Сколько? 650. Такое говно, 650. 950 тысяч. Ага, слушай, ты на нем даже тёлку не склеишь. Куда тебе? Такой джип, зачем он тебе нужен? Вот мы на тачке к любой подъедешь просто там и деньги сунешь в карман и садись. Зато эта машина взорвётся. Да еще. Вы что-то по какой-то другой дороге, что ли, погнали? Ой, ну, чуть-чуть, да. Знаете, как я что заметил? Мы в этом ролике не... И, в принципе, же не поездим по горам.
как обычно, всегда по Сократам, там, на перекос железных дорог и так далее. То есть, что-то не привела нас миссия, чисто городская такая, то есть, чисто прям по городу катаешься. Кто это тут наперевес? Ух ты. Я. Левка. Все, Левка прям просто тупо в гонке меня обогнал. Тихо, 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 тихо. Ну что ты делаешь? Их и надо разобрать, чтобы забрать мусоровоз. Ну давай. Сейчас я еще за углом там приму чувака. Медведь нам сзади надо садиться. А, мы сборщики. Да. Че, убрали там пацаны? Да, давай. Да, пацанов убрали. Че, погнали? Дай-ка я за руль. Садись. Так. Все. Let's go. Данилка, я так полагаю, будет отстреливаться. Мы все будем отстреливаться. Да, даже я буду. Ты только это аккуратнее езжай, мы сзади. А, типа, вылететь можете? Вы сейчас да. Стрелять можете? Да. Хорошо. Не кислые такие мусоровозчики, да? Обратите внимание, этих масок нет даже. Мусорщики есть... в масках, это же вообще было. Ну да. То есть тут сейчас врага, бандиты врага будут знать его в лицо. И в яйцо. И по запаху. Соберите мусор, ты что, прикалываешься? Реально? Собирай, нам сборщику защищать. Ребят, а где вы? Подбейте. Слушай, подбейте. Я так полагаю, мы должны выйти и с вами идти защищать вас. Не-не-не, просто подъедьте к нам поближе. Да напись, защищайте. Мы сейчас, чувак, мы сейчас скоро приду своим товаром, поторопись. Пошли! Все. Не, садись в машину. Вы схватили все? Да? Да, вы должны просто подъезжать и, ну, как можно ближе к нам. Все, понял, давайте. Садись, садись, садись. Все, гоним. 500 метров осталось. То есть сейчас офигенное я так полагаю... Офигенное ограбление. Грабить мусор. Не, так было, сейчас мы спокойно едем, а потом уже, когда дело начнет близиться к закату, грубо говоря, уже и банды будут подъезжать нас херачить. Смотрите, смотрите, как вас мотает в разные стороны. Оп! Ты аккуратно собьешь нас. Не-не-не, нормально. Сейчас в переулок надо будет заехать. Ты знаешь, да, сначала подъедь. Да-да-да, не вопрос. Сейчас, погодите. Да не так, по-другому. Не так, задницей. Все-все-все, сейчас. Аккуратней! Не ссы! Я вижу, кем врезаюсь. Аккуратней. Эх, я чувствую вас там куроче, да? Ты не мог подождать, как он пойдет? У вас жизни тратится от этого? Нет. Ну и отлично. Все, сейчас прикрывайте их, я возьму миниган. О, смотрите как. Данилка вообще разошелся. Да, прикрывайте, вы где там стоите там? Все, все, все. Давай, бери мешок, я прикрываю. Давайте, все. Давайте. Садимся, садимся. Поедем? Ща, ща, садимся. Убить сначала все. Все, погнали. Да не надо, садись ты, дурачок. Ну, поехали, Лев. Данил, все, в кучу. Они просто потом сами отвяжутся. Все, стреляйте по ним. Давай. Ну ты что встал? Ты что встал? Я одного убил. Все, да поехали. Езжай. Поехали, нормально все, не ссы. Ты стоишь, мы-то на открытом пространстве, ты в машине сидишь. А в этом весь и прикол. Ты стал прям, они прям перед нами. Все, вон, вон, в туннельке, стреляйте. Уезжай от них. Ну ладно, тебе стреляй по ним. Просто едешь. Я знаю. И они отрываются. То, яйца? Вагасы. Сейчас, не сейчас, 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 гоню, гоню, братаны, терпите. 700 метров осталось. Сейчас даже еще срежем, более того, скажу. Там тоже надо в переулок заехать. Да и хер с ним. Let's hop back there,
Так, куда в переулок? А, все, вон, понял. Тоже задница. Сейчас, 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 нормально. Я развернусь стой, сначала. Стой. Пока не надо, пока не надо. Стой, медвед, не надо. Да давай без этого пока. Вот, все, стой. Все, стой, я стой, вас стой. Жду. Давай, смотри, как маневренно развернулся. Хватайте. Они сзади вас бегут. Давайте. Давай, я прикрываю, ты, короче, хватай мешки. А мы сейчас спереди их встретим. Давай, хватай, хватай. Я тоже сейчас постреливать начал, сука. Все, взял? Бегаем. Да, все, Ваня. Все, братаны, это, пора бы. Скажешь, когда поехали. Ехать? Поехали. Ехали. Все, 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 все. Сейчас убьют их. Я еду, еду, не ссыте. Вы тоже стреляйте, а то сели в мусоровоз и просто типа, ой, поехали. Нет, отстреливайтесь. Твоя задача, это если за баранку сел, твоя задача рулить, мы это отстреливаем. Я рулю, я выруливаю. Я и при этом еще мало того рулю, я еще двоих замочил здесь. Сейчас как раз... Сколько еще точек-то осталось? Одна, по-моему. Ну, не знаю. Ты специально, типа, нас хочешь сбросить? Да. Держитесь. Так, сейчас, короче, самое опасное будет. Сейчас подъезжай почти, если к нам вплотную. Может, тогда тоже из тачки выйти уже, всем перестреливаться? Не-не-не, сидите в машине. Нет. Тебе надо сейчас, дергать короче, быстрее. Это будет быстрее уехать. Эти. Все, окей. Блин, сейчас заправки тогда... еще. Я сейчас к вам тогда вот так немножко спиной подъеду. Как ты выезжать-то будешь, когда они сейчас понаедут? Ну ты куда? Я... Давай, подъезжай. Давай, давай. Аккуратно. Спасибо. Что? Что случилось? Ты меня сбил. Ну не надо так бежать, ты видишь, я еду. Давайте, еще чуть-чуть бочков. Давай, давай, хватай, я прикрываю. А, задницу рвут. Давай, давай. Давайте сели или... Нет, еще давайте, один мешок. Я беру. Давай, ладно, я беру. Я возьму, бери, все. Сходи. Все, дергаем отсюда. Все, я машину... Садитесь. Бегу. Давай, давай, все, поехали. Все, поехали. Гоним. Все, на склад. Вот видите, можем, когда хотим, слаженно же сыграть. Или не хотим? Хотим, сука! Да хотим, хотим, давай, езжай. Сейчас тебя... Да. Ты что делаешь? Что за кал? Ё-моё! Твою налево, блин. А ты уйди, да это... Садись, садись! Да подожди, садись, я сяду, они убьют меня. Давай. Это смешно. Не очень. Давай. Все, погнали. Давай, сука. Я их и так расстреливаю, вон убиваю. Все, погнали. Все. Это же было круто. Очень. Лицом асфальт поцеловать. Че, вы выжили? У меня пол хп. Я еду. А вот нечего было выпендрить. У нас 3.20 осталось. По времени. Все, отстреливайтесь сзади, там жопу этим. Глистогоном. Все, смотрите, нихера себе, там еще за что-то очки опыта дают. А, все, время даже перестало отсчитываться. Сейчас, главное, сука, не перевернуться, ребят. Не-не-не, не сюда, вот сюда, право. Правило. Короче, правильно вправо, вот. Я вижу по карте, чей свет. Я говорю, просто главное сейчас не перевернуться, не вскочить, не подкинуться, не я откинуться. Не понял, там в этих мусорных мешках что, наркота лежала? Да, колеса. Экстази. Опять это. Ну, слышишь, как скачет-то с коленкой больной. С первого раза прошли. Молодцы. Все, ну негра заставили сейчас это... изгружать. Ничего себе, смотри, это мешки полные эти. Наркоты вообще. Метом. Капец. Отлично. Какие у него ножки гладенькие, а? На ножки засматриваешься. Пять не считай 30, ну даже не 30, плюс еще там, я еще перестрелки всякие гонял. Считай 32 куска. На ограблениях в общей сумме получили за сегодня на двух миссиях. Нормально.
32 косаря. Что, будем заканчивать на этом или еще одну миссейку? Да, давай на этом закончим. Хорошо. Ну что ж, друзья, пока вот... Все, как раз таки, потрясающая задница этого братана исчезла, и можно прощаться. Мы с вами прощаемся, до новых встреч. Подписывайтесь на канал IGM, прохождение и ограбление GTA будут выходить. С вами были Лестер, Медвед, Данилка и Лев. Пока. Да, всем пока.